Всем здарова, с вами Бул. Мы продолжаем играть в игру Uncharted 4 A Thief's End, или же Uncharted 4 Путь Вора. В предыдущей серии мы выбрались из того поместья, где был аукцион, и мы добыли этот крест Дигмаса, не знаю, как он там называется. Не знаю, я не помню, как он там... Так он там называется. В сокровищах у нас его, понятное дело, нету. В общем, этот крест дал нам подсказку. И мы сейчас находимся в этом. Дисмаса. И мы сейчас находимся в Шотландии, реально. У этого места, у собора. Да, вот мы находимся сейчас рядом вот с этим местом, наверное, собором этого Дисмаса. Но только мы знаем, что там Рейв искал там у собора там. Оказывается, надо было на кладбище идти. Потому что в подсказке Nathan, было сказано год рождения этого Генри Эвери, пирата, и его... Дата смерти. Значит, надо искать на кладбище. Вот мы сейчас находимся, можно сказать, на кладбище и должны найти могилу. Это Шепард. Это как скролл с кросса. Давай посмотрим. Даты не правы. Ну, это разумеется. One down and a hell of a lot to go. 1659-1699. Нам надо искать эту дату. Okay. Cross cutlasses, skull and crossbones, and the date 1659 to 1699. We find a tombstone with all three, and we're in business. Well, let's desecrate some graves. Let's. Не то. Так, это не то. Так. Hey, look at this one. Tempus edax rarum. Но это не оно. Это не оно. No, this is not the grave we're looking for. This one doesn't have a skull and crossbones. Черепы, кости, сабли. А также должны быть цифры 1959 и 1969. Это не то. Это не то. Это не видно. Здесь не написано. А здесь сабли нету. А нет, 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 есть. Вот она. Date is correct, but the swords are upside down. Саблю перевернули. Так. Сабли вниз, череп и кости, и снизу дата. Все, я понял. Be sure your sin will find you out. Just a friendly reminder that no one escapes judgment, huh? Так. Ooh, the swords match. Let's see. Нет, не то, не то, не то. Nope. Bad просто... dates. От просто... Так, тут сабли точно неправильно поставлены. Сабли не так. Нам нужно сабли вниз. Кости. Кости есть. А дата? Тут нету. Или что там? А вот и нашли. Это она. Но имя не то. Нет, или это? Бенджамин Бриджман. Бенджамин Бриджман? Псевдоним? Something odd about this skull, though. It's like it doesn't belong to the stone. What's odd about it is that's not Avery's sigil. Yeah, I mean the skull should be facing sideways. О! What is that? My God.
Ни хрена такие схемы придумали пираты. Так, надеюсь, Рейв сейчас не придет сюда. Я удивляюсь, как пираты до этого додумались. Ну что, ищем наши 400 миллионов? A crypt hidden behind a secret door. I assume the secret door was added afterwards to hide his loot. Это у нас что? Это у нас что? One of the old monks wrote this. Так, долгожданное чудо и ровно в день нашего святого Дисмаса. Спустя несколько недель после того, как мы узнали о намерении короны закрыть наш собор и забрать наши земли, нашу обитель забрал странник. Он пришел к нам, когда мы с послушником заканчивали утреннюю молитву. Довольно пугающее зрелище. Прозрачные глаза, густая неухоженная борода, форма плотского капитана, прекрасный меч и большая кожаная сумка. Мы предложили ему присоединиться к нам, и он ответил согласием. За трапезой... Незнакомец рассказал печальную историю морской битвы и поведал нам о своем желании похоронить товарищей на священной земле, признавшись в своем, так сказать, родстве с нашим добрым святым Дисмасом. Потом поповедали ему о своих горестях, о полной разрухе, об отсутствии какого-либо вспомоществования со стороны короны, о том, что собор почти заброшен, ушли все, кроме нас двоих. Он кивнул с понимающим видом и достал из своей сумки горсть золотых монет, каких раньше не видывал. Это золото он предложил нам в обмен на нашу землю и все постройки на ней. И хоть моя вера вошла в противоречие с желаниями, в конечном итоге я пришел к выводу, что отказаться было бы глупо. С этим золотом мы сможем принести много добра в другом месте. Всяко больше, чем здесь, на этом забытом богом берегу. Что же касается незнакомца, я не знаю, зачем ему понадобилась эта земля, но желаю ему удачи. Я не понимаю, это он все деньги отдал или что? Это мы прочитали. Ну все. А эти открываются? Воу-воу. Так. А вот и крест. А вот и кресты. С разбойниками связаны. Jesus. Dismas on the left. Dismas. Gestas on the right. Gestas. Злой урод. Окей. Записали. Avery sure had a thing for St. Dismas, huh? Well, Avery fancied himself a good thief, right? Only plundered and murdered the non-British heathens. Guess that's what passed for good back then. Good enough. То есть мне интересно. А, кстати, поражаюсь реально, как они это продумали. Я ему фонариком свечу в глаза, а он закрывается от нее. А когда я отвожу, он уже открыт, но немножечко все равно там еще. Раз. Отвечай! Отвечай! Ты нас предать хочешь? Ладно. Ну и видно, что Naughty Dog, вроде, это игровая студия, которая сделала их. Молодцы, они справились с своей задачей. Что это у нас тут? Some kind of lamp. Надо ее поджечь. Hey, Smokey. Need your lighter over here. Паровоз. You know, that hurts my feelings. Not as much as it hurts your lungs. Thank you, Father Duffy. Whoa. Isn't that something? Сейчас бомбанет. The light's coming from the other side of the wall. Так, и... Let's see here. А, я должен...
Я должен свет направить так, чтобы все задели? Probably need to line both lights up with a star at once. Yeah. There we go. Ну-ка. Но здесь я поставил правильно. Здесь. Oh. Connect the dots. I think you got that one. Ну. Получилось. Фух. Отлично. Свет везде запустился, значит. It looks like a constellation. Yeah. That's Libra. The scales of justice. That's an interesting choice for a bunch of pirates. А может, нет, что-то другое. Okay, let's give this a shot. Вот там по-любому нет сокровищ. Wrong treasure. Shush. Well, nice view. No treasure, though. No, but look, you see those crosses? No. Yeah. Hey, is that a cave right below? Yeah, I think Avery's trying to tell us where to go next. There's one problem, though. Going back that way means we have to go back toward the cathedral. And back towards Rafe. А там наверняка он уже... А там он нас ждет уже. Ну ладно, в собор... Ладно, выходим. Все равно нам через собор придется идти. Собор этого Дисмеса. Ну блин, я продумаю там. Сейчас наши, именно из-за нашей помощи Рейв сейчас найдет сокровище. Shit. They opened the gate up there. Так, нам туда. That's the way we gotta go. I follow my lead. Anybody heard from the scout party up there? Nothing. You think we have guests? The storm's been messing with the radios. Practically useless. If we don't get back from them soon, I'll go check in with them. Shotgun. Sure. Так, 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 подай. Так, в траве. Ой-ой, извините, чихаю. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо. Сука! Блядь! Как вы меня там спалили? Там же трава была! Вы же не могли меня через нее увидеть. Ладно, переходим к экшену.
Отходим! А ведь больно. Тихо! Ну-ка! Бомбите! Так, пистолет. Куда намылился? От меня не уйдешь. А вы эти-ка? Мне нужен Калашников. Почему у меня дробовик? Тихо! Сука! Почему я не схватился? Я же должен был схватить за стену. Ну да, в этот раз я виноват. Отступай в укрытие. Так, все. На! Тихо. Тихо. Ох. Лази! Фух! Бабахнул! Вот блин, я всегда не попадаю, вот что-то по голове. Так. Выход. Отступай. Так, все. Да. Так. Против искателей приключений у вас нету шансов. На. Все, в траве посиди. Все. Okay. Think we're clear. Well,
That could have gone better. We're still breathing. That's good enough. Let's just get that gate open. Так, нам надо к вратам. Или нет, или они их закрыли. Okay, you ready? Чё ты идёшь? Yeah. Давай! Okay, go. Но, кстати, вот этот уровень был... Этот уровень был прям создан для того, чтобы... Прям был создан для коопа. Ибо... Ибо у обоих одинаковое снаряжение, там, в виде, например, крюков. Что это у меня сейчас было за багованностью в управлении? Полагаю, нам туда. Воу! Under that high cross. That's where Avery wants us. Well, what Avery wants, Avery gets. Ну да, отправляемся. Kid, what's your status? Ну? Hey, Sully. We're on the trail, but the treasure's closer to the cathedral than we originally thought. Oh boy. So what do you need me to do? Just keep those engines warm. We'll be back before too long. You got it. Отлично. Keep me posted. Will do. Есть. Но пока что идем спокойно. А вот это либо. You know what? Forget it. Why'd you bring it up then? I said forget it. Ну, давайте, болтайте и заканчивай. Красавчиксы. Оп. Да-да, нас не видно. Ой, извините, я не хотел. I guess there's no getting away from these guys. Yeah, and there'll only be more as we get closer to the cathedral. Опа. А, кот тут у нас что? Хрень. О, петушок. Я понял, но нам надо туда. Here we go. Давай. Come on. All right. Оп. Hell, I'm too high to reach you. Hang on a sec. Hanging. Let me see what's by that wooden structure over there. Hey, I got something. Yep. Sure. Here we go. Christ, this thing's heavy. What exactly are you doing? Giving you. Way up. That'll support even your weight. Ah, thank you. Ну неплохо, продумано. О! Есть. Hey,
You don't think the monks built this? No way. Some kind of pulley system. To lift a whole bunch of treasure? To lift something. I can't believe I missed this. Clearly we were meant to find it together. Oh, so romantic. Не знаю, куда дальше, но... Может, вниз? Так, я, кажется, понял. Да. Hey, we can climb this. Отлично. Оп, 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 оп. I'm freezing. Оп, воу. This way. Hey. Nice move. Thank you. Сука! Сука! Твою ж налево! Я ни разу... Я ни разу не проиграл в бою. Я постоянно в паркуре... Оп! Есть! Incoming! That was amazing. Твою ж налево! No! Твою ж, блин! Нейт! Okay, maybe this wasn't such a good idea! No! Incoming! That was amazing. Save your strength, huh? Not done yet. Just lead the way. Hop. Hope this holds. Сука, сука! Нейтан! Не зацепился. Надо было вверх подняться. Я знаю. Надо было вверх подняться. На другой стороне. О, ни хрена. Ну-ка. Гениальный план. Давай я тебя пристрелю. Оп. 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 Да ничего страшного. Давай. Давай, поднимай. Великолепно. Probably at home. Drinking hot cocoa. What are you, five? Tell me you wouldn't go. И играл бы в этого лиса на PlayStation 1. Exactly. Что здесь есть у нас такое интересное, кстати, по времени, ладно, по времени еще можно поиграть в минут 15. Here we go. Падать?
Или прыгать. Лучше прыгать. Сука! Сука! Окей. You've been in South Sudan too long. Unlike you reptiles, I'm a warm-blooded creature. No, okay, где? Сука, я поломал доски. Да блин, левый shift, залипание клавиши. Да, это близко, так. No way I imagined that. Не-н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 е. All right then. Никого тут нет, никого. А там... Так, бомбят. Сука! Так, тут еще кто-нибудь. Там еще один есть. Вот так. Отлично. Делаем все по стелсу и красиво. Спрыгните на врага, чтобы оглушить его. Как ты меня отсюда не видишь? Бам! Бан! Okay, we're clear. Let's hope we're done with these idiots. Воу! Ого, это мы бы сейчас так сражались реально со всеми. Ну, то есть, имею в виду, если бы мы, например, экшен бы делали, мы бы здесь летали бы. Нам сюда. Ну, это разумеется. Mercenaries. Think Rafe would know better. Но наемники, полагаю, это и Надин. What if it's the only thing holding the tunnel up? Then I'll apologize. Здесь селенок нету. Извиняться не пришлось. See? No problem. For once. Ну, это наемники Надин, полагаю. Это и женщина, с которой Нейт сражался. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау! Вау! Я, блин, думал, сейчас капает-то откину. Так, мы на месте. Ладно, не на месте, но все равно. Those things look sturdy to you. Sturdy enough. Выдержит. Я же hey, великий. Be extra careful on these. No! Как это понимать?
Whoa! Oh, crap. Remember, extra careful. Thanks. Okay. But все. Вот сейчас все получилось. Красиво вышло. Че запись в нике? Че запись? Водяное колесо, система подъемников, потому что корабль специально затопили. Они доставали сокровища тем путем, а потом затопили корабли, чтобы замаскировать вход. Маршрут пиратов. Ничего не понял. Ну, очень интересно. Но это, ладно, с традицией все-таки. Не наш же дневника. А, можно так было подняться, не так. We're about to head into the cave. The cave? Yeah, might lose contact for a bit. Don't get too worried. All right. I'll keep the porch light on for you. All right. Ого. See you soon. Снежные места. Шотландии. We made it. It's quite the detour. Let's go see what Avery left for us. Shoreline assholes were right next to this cave. Yeah, I think we're the first ones in here. Я в этом не уверен, кстати. Oh, cold. Я не уверен, что мы, что я уверен, что Рейв сейчас тут сюда зашел. Типа наемники охраняли тут. А Рейв уже наверняка внутри. Так, не понял. Или нам сюда? Come on, through here. But I didn't eat a big breakfast. Creepy Saint Dismas statues, check. Carved stairs, check. Да. Nathan, I think it's safe to say we're in a pirate cave. Ну посмотрим, где наши 400 миллионов. Is that a door? It sure looks like it. Чё мы тут? Check this out. Чё-то кругло всегда оставляется. Или что-то спрятано там. A little slimy. There's a handle in here or something. Well, give it a pull. What? Could be a trap. You're already in there. What's the worst that can happen? What the daешь? My hand. So we'll get you a nice hook. Give it a pull. Ты чё, с ума сошёл? Nice hook. All right, here we go. Раз. Может, пираты так шутили про крюк? Я на самом деле все правильно сделал. Really? Hello, hello. Ну-ка. Pretty interesting decor. Какой-то тро, какой-то кресты тут, клетки. Those who prove worthy, paradise. Those who prove false. Здесь лишнее, горе познает. Не понял. Well, I guess Avery was a better pirate than a poet. This isn't Avery's. What do you mean? А что? Look. It's the Rhode Island pirate. Rhode Islandский пират. Too. Yeah, but it can't be him. I mean, this is clearly his sigil, but two died attacking the same treasure fleet as Avery. Yeah, well, at least that's what the stories tell us. Oh! If this really is two's mark, then that means he's involved in all of this... how? Может, он забрал сокровища Эвери еще до этого? Good question. Может, он забрал сокровища до этого? Глава 9. Только достойные. So who do you think these guys are? Those who prove false, I guess. I think Avery or Thomas too were just trying to scare us. Good thing we're jaded treasure hunters. Ну давайте, ладно, давайте мы узнаем о том, что это такое в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Булл. Так, ссылочки на прохождение других частей Uncharted находятся в описании под роликом. В следующей серии будем искать сокровища. Решил сказать вам, что мы будем делать дальше, а на самом деле все просто. И дальше искать это сокровище. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Пока-пока. Фух.